шанс жить полноценно дарят детям с особыми потребностями сотрудники социального центра в городе Уштубе. Сегодня помощь здесь получают 70 ребят с инвалидностью. Многие из подопечных центра впервые начинают петь, рисовать и писать. И даже чувствуют себя счастливыми. О том, насколько важно такое участие и поддержка в реабилитации людей с ограниченными возможностями, узнаем из материалов сюжета. Жительница города Уштубе Бахыджи Махметова – мать троих детей. Ее младшему сыну 17 лет. Однако юноша не может жить полноценной жизнью. Диагноз – поражение центральной нервной системы – стал для него приговором. Когда семья 7 лет назад обратилась за помощью в социальный центр, мальчик не мог даже говорить. Сегодня он с удовольствием выполняет все задания педагогов и даже понемногу рисует. Они до сих пор носят моего сына на руках. Приходят, обучают, проводят занятия. И прогресс уже есть. Моему сыну значительно лучше. Сама я не могу никуда выйти. Сижу дома, ухаживаю за ребенком. Мы бы не справились сами. Огромное спасибо специалистам центра, которые занимаются моим сыном. Социальный центр в городе Уштубе открыт в 2007 году. Здесь оказывается помощь детям в возрасте от года до 25 лет. Все они входят в категорию социально уязвимых граждан. Сегодня занятия посещают 70 детей и молодых людей с ограниченными возможностями. И каждый из них здесь находит для себя что-то по душе. Мне здесь очень нравится. Здесь так весело. Мы даже с друзьями иногда устраиваем разные конкурсы. Вместе даже поем, танцуем. И даже бывает вот... Сидим и что-то придумываем прям на ходу. И вот мы придумали сделать такой красивый осенний букет. Мы долго думали, что сделать. Взяли пластиковый стакан, который кто из дома что принес. И пошли, насобирали всяких листьев там, всяких разных. Желтые, красные, даже бывало, что зеленые попадались. Ну и смастерили вот такой красивый осенний букет. Работают в центре люди широкой души. К каждому воспитаннику они относятся с заботой и теплотой. Всего социальные услуги в центре оказывают 20 специалистов. Наш центр оказывает 8 видов социальных услуг. Это бытовая, медицинская, педагогическая и психологическая помощь. Также мы проводим консультации юристов, оказываем правовую и экономическую поддержку. Также при центре ведется кружковая работа по трудовому обучению, а к каждому празднику организуются яркие торжества. Кроме того, благодаря работе данного учреждения дети с ограниченными возможностями обеспечены инвалидными колясками, ортопедической обувью и средствами гигиены. Надежда Белова, Диана Турлыбек, Ержан Дуйсен, телеканал ЖТСУ.